546 выпускников Полоцкого госуниверситета получили направление на свое первое место работы. А это 100% от количества студентов, подлежащих распределению. Также распределиться изъявили желание и некоторые студенты платной формы обучения. Впереди у молодых людей госэкзамены, защита дипломных проектов и новое звание – молодой специалист. По словам ребят, приятное. Да, я вполне доволен тем, куда я был распределен. И это было изначально моей целью, когда я поступал в университет. Я считаю, что я вполне готов к работе по специальности. Учиться было очень интересно. Мы познакомились со многими новыми людьми, выросли как личности, получили теоретические и практические знания. Я остаюсь в магистратуру Полоцкого государственного университета, чтобы углубить теоретические и практические знания по своей специальности. Распределением очень доволен. С самого начала шел к этой цели, то есть поступление в ООО ЛЛК «Нафтан». В дальнейшем планирую там и остаться, возможно, пойти на инженерную должность и развиваться дальше. Около 70% выпускников этого года распределены на предприятия и в организации Витебской области. Наибольшее количество молодых специалистов вольется в слаженный коллектив открытого акционерного общества «Нафтан» – 36 человек. Работодатели отмечают достойный уровень подготовки кадров. Это наше базовое учебное заведение, с которым у нас и договор о взаимодействии есть, и это университет, это кластер, в котором сотрудничаем мы, именно университет, наш городской исполнительный комитет и наше предприятие. Более 10 выпускников распределились также в отдел по образованию Новополоцкого горосполкома, предприятия «Витебскэнерго» и «Витебскоблгаз» и филиал компании «ЭПАМ Системс» в городе Витебске. Капиталина Зинкевич, Ирина Шипко, Артем Табаков, Вектор ТВ.